Здравствуйте. Вошла в продажу однокомнатная квартира с ремонтом недалеко от Рязани в жилом комплексе «Окские просторы» на третьем этаже вот в этом доме. Сейчас вам предоставлю видеоролик по этой самой квартире. Смотрим. Да. Так, смотрите, вот сейчас я вам покажу в этой однокомнатной квартире кухню. Вот сейчас мы заходим, смотрите, здесь достаточно удобная, квадратная. Вот такой вот красивый кухонный гарнитур. Смотрите, все тут помещается, и вытяжка, и место под холодильник, и место под стол, где можно завтракать, обедать, ужинать. С кухни выходит лоджия, как в принципе сейчас везде приветствуется. Вот так вот вид на парковку внизу. И вот на такую небольшую детскую площадку. Так, сейчас я вам покажу с обратной стороны. Это вот кухня выглядит, если смотреть из двери в балкон, вот это лучше. Так, вот так вот красиво. Ну и следуем за мной, сейчас покажу вам другие помещения этой квартиры. Так, смотрите, сейчас показывал вам кухню, сейчас покажу вам коридор. Вот эта входная дверь. Дверь хорошая, менять ее не надо. Соответственно, когда мы входим в квартиру, с правой стороны совместный санузел. Тут все аккуратно, в плиточке. Смотрите, как красиво. Вам еще попоказываю. Так вот, так вот, так. В принципе, все такое состояние новое. В ту сторону, это дверь кухни, которую я вам сейчас показывал. Коридор достаточно большой, вместительный. Видите, здесь у хозяев стоит зеркало, комодик такой. Тут место, чтобы поставить шкаф, разуться, раздеться. Тоже, в принципе, грамотно. Коридор широкий. А это очень хорошо. Бывают такие узкие коридоры, что не раздеться, не разуться. Прям сразу проходит в комнаты. Так, тут у нас 16-метровая комната. Тоже широкая, что самое главное. Узкие комнаты сам тоже не люблю. Ничего не поставишь. А если поставишь, то уже никак передвигаться уже очень сложно. Так. У нас окно. Опять же. И сейчас вам попоказываю вот эту комнату. В принципе, смотрите, какая красота. Вот так вот. Ну, в принципе, вот смотрите, экскурс по самой квартире я вам показал. Сейчас покажу вам подъезд, входную группу, тоже интересный лифт. Хороший, говорящий. Получится, вам все сейчас покажу. Так, ну я продолжаю. Смотрите, вот я вышел сейчас в коридор. Тут достаточно чисто. Аккуратно, с плиточкой. И тут лестничная площадка. Квартира сейчас, которую вам показывал, находится на третьем этаже. Но сейчас спустимся вниз, покажу вам входную группу и сам дом. Это вот такая вот получается лифтовой холл, как бы. Отдельная плитка своим цветом. Так, вот смотрите, я на первом этаже сейчас. Вот такой вот классный лифт. Там даже играет музыка. Достаточно все современное. Так, ну и вот мы выходим с вами в холл. Тоже все плитка. Все качественно. Сюда приходят людям письма. В принципе, так дом интересный. Я помню, когда дом этот строился. А сейчас, в данный момент, первый раз вижу, когда строительство завершено, и первый раз посетил квартиру вот в этом доме. Смотрите, как интересно. Вот такой вот дом. На третьем этаже продается квартира. Вокруг у нас тишь да благодать. Сейчас есть кое-что вам еще показать интересное. Там дальше есть ферма страусиная. Сейчас вам покажу. Не ферма, я просто не знаю, просто сейчас проезжал. Смотрю, там страусы бегают. Сейчас обязательно вам тоже покажу. Так, ну продолжаю. Смотрите, я зашел за... Ну, вернее, это центральный как бы вот фасад вот этого дома. Адрес Малиновая, дом 2. Это вот первый дом.
Там он сейчас, я так понимаю, достроился третий дом. Туда дорога, там стоят коттеджные поселки, к реке Оке туда как дорога. В этой стране, я так понимаю, ходит маршрутный всякий там транспорт. Но самое интересное, смотрите, кто тут вообще рядышком есть. Я прям сам, честно говоря, под впечатлением. Я лично никогда страусов близко так не видел. Вон у него, смотрите, какая. Какое у него интересное лицо. Так что здесь, говорила мне хозяйка вот квартиры, как это называется, там ведь подальше и ослики, и вот такие вот, ну круто, круто, смотрите. Мало того, что вы посмотрели ролик про квартиру, еще тут классный вообще вот страус. Так, я, честно говоря, боюсь, что он клюнет мне в камеру куда-нибудь. Смотрите, как классно. Так что, скорее всего, блин, надо просто узнать. Наверное, возможно, там их как-нибудь... Там же говорят, что-то с осликами там как-то вот общаются. Не знаю, как общаться со страусом, я не очень понимаю. Но хотя бы вот самим увидеть их, я их никогда вот так вот не видел. Какой классный. Так, ну круто, круто. Короче, если купите здесь квартиру, будете ходить каждый день смотреть на страусов. Вон дальше там ослики и, наверное, еще какая-нибудь живность, просто я, которую я не вижу и не знаю. Блин, хочется еще так посмотреть на него. Круто, блин, приближается. Ко мне приближается страус. Так, ну ладно, страус вам показал. Так, показал вам квартиру. Дом на самом деле интересный. Тут такой еще не застроенный такая вот территория. Простор, есть куда посмотреть, и дышится легко. И вот страусы здесь рядышком. Так что, если будет нужно посмотреть квартиру, звоните мне по телефону 8-910-973-33. Зовут меня Телков Сергей Валерьевич. Придем, посмотрим. Ну, я думаю, кому интересен этот район, кто хочет вот недалеко от Рязани готовую квартиру с ремонтом, ну, должно заинтересовать предложение. Ну и плюс вот как бы такой вот бонус. Животина вот тут вот рядышком огорожена тоже. Как бы плюс. Все это плюс, а не минус. Ну ладно, ролик заканчиваю. Всего вам доброго. До свидания.